Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня у нас видео Metal Pride Collection. Это машинки за 29 рублей, да, Валь? 29 рублей в магните, вы можете в своем магните увидеть такие машинки. А где они продаются, на кассе или там, где журналы? А, где журналы? А, где висят игрушки там, да, на выходе из кассы. И еще я купил вот очень много вот этих машинок. И также взял еще сюда металл машины Zuru. Я еще такие машинки никогда не снимал. Такую машинку я купил в Toy.ru за 100 рублей. Тут, в общем, все дешевые машинки. Вот это 100 рублей, вот это 80 рублей в детском мире я купил. Тоже в Элли. Вот эти треки, которые с мороженым, именно грузовички. Трек, плейсет с мороженкой. Ну, давайте мы, наверное, сначала посмотрим на вот эти дешманские машинки, а потом уже откроем наши эти... специальные гости, которые подороже. 29 рублей, это, конечно, сильно. Metal Price, Hot, серия Hot Step. Машинки из стали, предовое направление в игрушках. Благодаря использованию уникальной технологии машинок, стилизованных под животных и динозавров, тут написано. Игрушка, транспорт, автомобиль. Типа это металл за 29 рублей. То есть из них можно потом сварить дом, построить, арматуру сделать. Ну, это какая-то жестянка, это даже не металл. Кто помнит, давным-давно были такие машинки, такие из жестянки, и ими можно было рулить магнитиком снизу, такая игра была в Советском Союзе. Вот это оно. Их даже можно открыть. Да, я могу ее открыть, смотрите. Вот еще стоит машинка. Вы поняли? Вот эта жестянка, как будто бы из-под конфет, из новогоднего подарка, эта упаковка. И вот шасси. Вот колесики крутятся, сделано в Китае, написано. Здесь какие-то типа выхлопные трубы, но это больше похоже на отвертки и мечи, спрятанные под капотом, чтобы перевезти через границу. О, вот на что это похоже. Так, ну-ка. Как тебя закрыть? Оп. Оп. О, закрывается уже сложнее. King Match. Называется Racing. 0-2 место. То есть 0-2 счет. Давайте смотреть. Это, по-моему, зебра. Да, это, скорее всего, зебра. Опять же, она такая металлическая. Смотрим. Сейчас мы проверим, как они ездят. Да, это машинка зебра. Тут даже нарисована зебра. А здесь у меня ничего не написано. Здесь просто зебра. И на капоте такая зебра, типа, помогите. Это Тесла. Это гипертрак. Они, по-моему, одинаковые формы все. Нет, чуть-чуть форма отличается. Чуть-чуть форма отличается. И снизу, видите, рисунок отличается. Типа разные выхлопные трубы даже нарисованы. Хм. А как они ездят? Не, ну ездят они, конечно, отвратительно. Это вам не Hot Wheels? Не, они норм, как бы, можно покататься с ними. Если у вас нету, ну, как, возможности купить там Hot Wheels дорогие, то вот эти машинки нормально. Поиграть? Да дети будут рады в такие машинки играть. Ничего плохого в этом не вижу. Мне нравится. Следующая машинка Hot Step номер 5. Опять металл. Металлические тачки. Это что такое? Это просто в зеленом цвете, да? Здесь какие-то гвозди. Колеса на каких-то гвоздях. Смотрите, она прям снимается с них. Да, видите, это можно царапаться. Вот это уже опасно. Видите, гвоздь прям торчит. Так, опять же, смотрите, здесь точно такой же рисунок, как и здесь, на первой машинке. Но это одна серия. Это серия вот таких машинок, которые быстрые. О, вот они. Где гвоздь? Гвоздь, ну там торчал. Так, следующая тачка тоже из этой же серии, но почему-то без номера. Почему она без номера? Speed Limit Racing. Но здесь номера нет, она такая в цвете хаки. А, да, видите, она... у нее трубы как на зебре, значит, это из этой серии. Это из серии «Животный мир». Далее медведь. Медведь на очереди. Что это? У него вообще другой? А, нет, такой же. Такой же. Да, видите, вот это медведь. Он гризли, по-моему. Ну, это вряд ли русский мишка. Такой лохматый. Вот представляете, Hot Wheels бы сделали такие машинки именно с ворсиком. Чтоб именно волоса были. Я бы такую машинку себе купил бы с удовольствием. Далее машинка Орел. Символ Америки. Символ свободы. Хопа. Вот он, Орел. Да, и они разные по форме чуть-чуть. Смотрите, она отличается по форме.
То есть вот это такая пологая. У них даже разные зеркала. Вот, видите? Разные абсолютно зеркала. То есть есть машинки похожие, есть абсолютно разные. Все-таки какая-то уникальность у них присутствует. Еще один орел, Валя, ты два орла купила? Да, случайно. А, случайно. Ну давайте мы эту машинку оставим не распакованную, пускай тогда будет так лежать. Возможно, если на этом видосе будет 5000 лайков, мы ее разыграем за 29 рублей. Не знаю, кому это надо, но в любом случае лайк поставьте, я буду вам благодарен. Давайте устроим гонки. Какая из этих машинок самая лучшая? Гризли. Это у нас этот самый. Антилопа Гну. Зебра. Еще орел. Тут еще непонятно, где перед, где зад иногда. Я путаюсь. О, смотрите, какая тачка. Раз, два, три. Но... ну, не знаю. Не знаю. Играть, конечно, можно, но когда у тебя есть тачки крутые под рукой, это, конечно, с этим не сравнится. Вот смотрите. Айскрем Велли. Давайте его откроем. Металлическая также машинка, грузовичок. Безусловно, она будет ехать лучше. Но зато она и стоит в 2,5 раза дороже. А вот стоит ли того, уже писать вам. О, пишите. Стоит ли она того? И здесь, смотрите, это не просто грузовичок, который функциональный. Он катается, он у него колесики крутятся, все хорошо. Две оси, полный привод. Напоминает даже МАЗ. Да, он чем-то наш МАЗ напоминает. Так у него еще и сзади открывается этот самый кузов. Вот, то есть в кузов можно еще загрузить какие-то, не знаю, палочки счетные. Короче, что-нибудь туда можно спрятать. О, сигареты нельзя туда прятать, не курите. Она туда не влезет. Вот, айскрем. Вот, Вэлли сделано в Китае. Ну, морозильщик. Да, мороженщик, такой веселый мороженщик. Вообще, я первый раз вижу, чтобы такие фуры возили мороженое. Обычно это делают, ну, или совсем большие фуры, или маленькие машинки, типа газели, вот они у нас мороженое развозят. Ну, это, наверное, американская тачка. Да, едет она намного лучше. А эта штука снимается с нее? Не, не снимается. Вот давайте гонки, гонки, вот против зебры. Раз, два, три. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, видите, он чуть-чуть ее обгоняет. Ну, опять же, он ее обгоняет. Ну, не настолько, кстати, много. Прям практически вровень идут. Вот металл машина Зуру, я думаю, вот это будет крутяцкая. Сакс, игрушка металл, машина из металла, из пластмассы с маркировкой Зуры. Смотрите маркировку. Так, открываю. Ну, выдавливайся. А, это еще не так уж и просто. Самая плохая упаковка за сегодняшний день. Прям тяжелее всего ее было открыть. Но мы справились, потому что нам помогают волшебные ножницы. Хопа. Так, ага, это типа такие а-ля, такие масл-кары, монстр-кары из Америки. Они такие очень популярные там. Сделано в Китае, Зуры, металл. Год, опять же, не написан. И она какая-то вся расхлябанная. Она прям вся... сборка? Ну, она прям... она прям вся ходуном ходит. Мне кажется, она если упадет, она развалится на части. Ну, такая она тяжеленькая, конечно. Ну, и ездит, да, она отлично. Ездит она супер. Вот давайте сравним ее с... о-о-о, тут прям вообще превосходство. Смотрите, как она обгоняет. Ну-ка, с этой. О-о-о, да, это лучшая машинка за сегодня. Зуру делает отличные тачки. Сюрпризы Зуру. Ну, Зуру, я знаю, я думаю, вы знаете эту фирму. Это очень популярная среди тех, кто делает игрушки. Тачка классная. Сюда тут хромированные детали. Внутрь, опять же, можно посадить каких-то персонажей, что-нибудь положить туда, катать их. Ездит хорошо. И теперь у нас контрольное взвешивание в конце. Давайте выясним, какая машинка из этих малявочек самая тяжелая. Давайте первое это магнит. Магнит Зебра. 6 грамм, вы себе представляете? 6 грамм. Так, орел. 6... а, 7 грамм, смотрите, орел тяжелее. Медведь. Медведь должен быть самый тяжелый. Нет, тоже 7 грамм. Так, спортивная зеленая тачка. 9 грамм, о. Зеленая, самая это. 9 грамм опять же. Ну-ка. А вот это? Красная 9 грамм. Может быть, у меня весы неправильно показывают? Ну-ка.
6 грамм. А ты? 7. Не, все правильно. Вот эти тачки можно брать. Вот если их увидите, они такие 9 грамм, это, ну, норм. То есть можно купить. Почему бы и нет? Хороший выбор. Давайте теперь замерим нашего самосвальчика. Не, давайте на Бочокова. 31 грамм. Достаточно тяжело, неплохо. Даже тяжелее некоторых Hot Wheels. И Zuru машинка. 31 грамм. О, они одинаково весят, но эта тачка реально лучше всех едет. У нее прям очень хорошо крутятся колеса. А я буду с вами прощаться. Пишите, какие видео еще поснимать, какие машинки протестировать. Мне вот эти прям очень понравились. Вообще четкие тачки. Пока-пока. С вами был Закупыч, и меня зовут Денис.